О нынешнем времени. Сейчас время сбора урожая. Души, которые созрели, будут забираться в высшие миры. Те, кто недоразвился, пойдут или в нижние миры на доразвитие, или на раскодирование. Сейчас на это время переходы между расами даны людям интернет и много технических устройств. Не просто так. Это ускоряет либо прогресс души, либо деградацию. Сейчас время для шестой расы идет. Вся пятая раса либо переродится, либо, как мамонты и динозавры, вымрет. И только каждый решает, чего он хочет на самом деле. Желание – это выбор каждого человека, каждой личности. Сама личность решает, как в сказке, налево, направо, вниз или наверх идти. В божественных верхних мирах нет агрессии и нет низких душ с низкими качествами, потому что такие уничтожили бы мир в одно мгновение. Поэтому для созревания есть средние миры и нижние. Кому нужно в Боге развитие, тот нарабатывает качество любви ко всем существам, принятию, заботу и развивает мышление, соблюдая чистоту пяти глаз, ушей, рта, мыслей и действий, копит благость и очищает себя от кармы. Благо сейчас в интернете много книг, техник и медитаций. Все создано для каждого и для роста каждого, а выбор каждый сам определяет.